А в Шымкенте выбрали лучшего провизора. Профессиональные знания медработников сначала проверили с помощью тестирования, а затем они вышли на сцену в не совсем привычном амплуа. Провизоры пели, танцевали и читали стихотворения. В итоге лучшей стала Нагима Калдыбаева из Актобе. Она успешно справилась со всеми заданиями. Нагима в этой сфере 24 года, начинала с аптек, а сейчас передает опыт молодым, занимается педагогической деятельностью. Она уверена, в профессию надо идти осознанно, ведь часто люди обращаются к провизорам не только за лекарством, но и за добрым словом.